Всем привет. В общем, продолжение истории. После того, как въехали в моего фьюжика, приехали гаишники, ну, то есть ДПС, вот, составили все необходимые бумаги. На Европротокол я не согласился. Вот, вины моей здесь нет. Ну, вот так получилось. И теперь нужно, перед тем, как начинать что-то делать с машиной, нужно обратиться в страховую, чтобы приехал эксперт и взял, вернее, сделал свое экспертное заключение. Вот поэтому сейчас в ближайший центр по ОСАГО я должен подъехать к 10 часам, сдать все необходимые документы, написать заявление о том, что мне нужна выездная диагностика, потому что приехать я не могу, так как развал схождения нужно делать, нужно заднюю балку менять все-таки. Ну и неохота, честно говоря, измываться над резиной, гонять машину туда-сюда. Вот. Дальше будем посмотреть все, что будет дальше. Это как бы первая часть. Вот еду только по указанному адресу страховщиками, заранее записался. Буду подавать документы, а там посмотрим, что насчитают, что будет, и впишусь ли я в эту сумму. Машина 2007 года, сейчас 22 год. Вот думайте сами, захотят ли по ОСАГО страховщики заниматься ремонтом. Навряд ли, придется заниматься самому. Ну и сколько денег я на это потрачу. Вот. Так что как-то так.